Где ты? Я найду тебя. Ах, вот ты где. Балди, ты собрал свои вещи? Секунду, бабуля. Еще немного. Мы опаздываем на поезд. Из-за тебя мы не успеем. Сестра, прошу тебя, возьми меня с собой. Нет, ты опять будешь кормить мальчика сладостями. Это нехорошо для его здоровья. Не буду, вот увидишь. И к тому же Новый год – это праздник семейный. Хоть раз в год мы должны быть вместе. Так и быть. Но чтобы без фокусов. Вот и ладушки. Я мигом соберу вещи и спущусь. Вот теперь мы точно опоздаем. Зря я на это согласилась. Такси уже минуту ждет. Что вы там копаетесь? Балдюша, поторопись, внучок. А то бабушка сильно сердится. Уже бегу. Это будет самый лучший Новый год. Скажите, сколько будет стоить поездка до железнодорожной станции? Полтинник. А если мы с собой возьмем мою сестру? А мне без разницы. Сестрой или без нее, все равно полтинник. Я же говорил о тебе, что ты совершенно ничего не стоишь. А я очень рад, что ты разрешила бабушке поехать с нами. Это будет самый лучший Новый год. Ну ладно, садимся и едем. Удачно вам провести Новый год в городе. Ну, я поехал. Внучок, помоги бабушке донести мешок. Конечно, бабуля. Ого, какой тяжелый. Хотя у меня тоже нелегкий. Внимание, поезд отправляется. Что вы там возитесь оба? Мы сейчас опоздаем. Поезд уходит. О, нет. Постой, паровозик, стойте, стойте. А как же Новый год? С наступающим вас. Ну вот и отметили Новый год. И таксист уехал как назло. Я же говорила, что не стоит ее брать с собой. Она всегда все портит. Набрала полный мешок, из-за этого мы не успели. Так все набрали. Новый год же хотела встретить как положено. Вот и встречай его теперь тут. А в городе сейчас, наверное, хорошо. Там большая новогодняя елка в центре стоит. Гирлянды развешаны, фейерверки. Жаль, что нам туда не попасть. О, батюшки! Что с нами случилось? Не знаю. Все произошло так быстро. Где мы? Похоже на вагон поезда, но не поезд. Мы куда-то движемся. Идем в головной вагон поезда. Узнаем у машиниста, куда мы едем. Тут нет никакого машиниста. Похоже, этот поезд едет сам по себе. А по-моему, это не поезд вовсе, а какая-то зловещая клоака. Внутри так слизко и мерзко. Бабушка, посмотри, какие огромные зубы. Это похоже на пасть чудовища. Неужели мы внутри огромного кого-то? Через пасть мы не сможем выйти. Идем взад поезда. Еще пассажир. Что вы тут делаете? Как что, еду? Куда? Сам не знаю. Я оказался тут, как и вы, внезапно. Бродил по перрону, надеялся, что кто-нибудь подаст мне на пропитание, хотя бы в этот праздничный день. Там, откуда я еду, совсем туго с пропитанием стало. Но вдруг что-то проглотило меня, и вот теперь мы с вами в одном вагоне мчимся в неизвестность. Навстречу судьбе. И кстати, подайте кто-нибудь на пропитание. Я не ел 7 дней. Держи пирожок, милок. Спасибо, добрая бабушка. Идем дальше. Может, там еще пассажиры есть? Балди! Мама, папа! А вы что тут делаете?
Мы же договорились встретиться с вами в городе и отметить Новый год. Но у нас машина сломалась. Решили поехать на поезде. Но мама долго красилась, как всегда, и мы опоздали. А потом, вместо перрона, вдруг очутились тут. Поняли, что мы попали в беду, что мы в брюхе какого-то чудовища, которое нас проглотило. Я рад видеть вас. Не могу сказать того же, сынок. Я совсем не рад тебя видеть тут. Ведь это означает, что ты тоже попал в беду. И мы пропадем все вместе. А я так надеялся, что когда-нибудь ты станешь гениальным математиком. Не зря я свой мешок собирала с умом. Я тут насобирала подарочков. Вот один для этого чудовища. Сейчас я ему богато намну. Будет знать, как бабушек глотать. И внуков. Вот тебе. Вот тебе еще раз. Ох, и батюшки, чуть не ушиблась. Бабушка, осторожно. Похоже, ему не нравится. Это может быть опасно для всех нас. Хуже уже не будет, когда ты в желудке чудовище. Раз уж мы тут оказались всей семьей, а Новый год — это праздник семейный, давайте накроем стол и отметим в последний раз в своей жизни. А что, есть чем накрывать? Конечно, я тут собрала в дорогу немножко, чтобы отметить в городе по-человечески. Вот, тут и салатики, и мяско, и гарниры. Все есть, все как у людей. А газировка есть? И газировка есть. Я же сказала, сладости не брать. А, ладно, помирать так с музыкой. Давай, доставай все, что есть. Тут у меня и тортик, и конфетки есть. Все для вас, любимых. Кушайте, кушайте, мои дорогие. А я пока игрушки разбешу для атмосферности. А игрушки зачем ты взяла в поездку? Как зачем? Елочку наряжать? Сестра, раз уж нам недолго осталось, я хочу попросить у тебя прощения за то, что обижала тебя. Я прощаю тебя, сестра. Я рада, что наш последний Новый год мы будем отмечать вместе. С праздником вас! Я рад, что оказался тут с вами. Мне так было одиноко. Было обидно остаться одному. Холодному, голодному в такой день. Давно у меня такого пира не было в такой большой компании. Это самый лучший конец, который я мог себе представить. Конец? Знаете, а я не собираюсь тут погибать. Ведь папа меня учил, что нужно бороться до конца. А мы еще не все варианты испробовали. Можно взорвать хвост этого поезда и выскочить отсюда. Так как мы ехали в город, чтобы весело отметить Новый год, я набрал с собой много фейерверков и петард. Это не игрушки для детей, Балди. Уже не важно, бабушка. Сейчас главное выживание. Пусть папа разместит все это в конце поезда и подожжет, а мы отбежим подальше. Да, давайте сделаем это. Спасайся, кто может! Чудовище остановилось. Выходим, пока не поздно. Что же вы, люди, творите такое? Как вам не стыдно? Мне же больно. А тебе не стыдно честных людей глотать? Да еще в такой большой праздник. Я же вас подвести хотел. Оглянитесь, вы уже приехали туда, куда хотели попасть. Точно, вот и город. Вечно вы, люди, все портите. Не нужно делать добро, если тебя об этом не просят. Сам виноват. Какие же вы злые. Даже неудобно как-то. Вот, держи подарок, чтобы не обижался. Что это? Гудок. Будешь всех предупреждать о том, что ты едешь. У всех поездов гудки есть. Правда?
Теперь я буду как настоящий! Ага, ну мы это, пойдем, а то опаздываем на праздник. И я с вами. Там, наверное, много еды будет в городе и много добрых людей. Я как раз мечтал оказаться в таком месте. А как же отмечать теперь будем? Ведь еду всю поели, фейерверки взорвали. Самое главное, что мы все живы и здоровы, а остальное все будет в новом году. Будем радоваться, что мы все есть друг у друга. С Новым годом, семья! С Новым годом! С новым счастьем!